собрали землянику и вот эту всю мелкоплодную. Барон Саленмахер, лесная сказка, Белоснежка. И немножко еще крупный такой собрали, которая поспела. Много еще зеленой ягоды, еще не спелой. И также она у нас продолжает цвести. Практически вся грядка, она все еще цветет. И закладываются новые цветоносы. Вот такие вот крупные ягодки. И вот здесь вот можете заметить тоже крупная такая ягодка. Вот такая вот. И вот здесь везде лежат тоже крупнючие ягоды. Спеют постепенно. Много еще вот именно завязывается, наливается. Там дальше тоже вот лежат вот такие вот хорошенькие ягодки. Зеленый очень много. Просто все буквально-таки усыпано. И покажу вот этот кустик. Это у нас вкус детства, алый огонек. Вот такие они. Много ягодок. И тоже она достаточно крупная. Видите, она сперва такая меленькая. А потом вот когда наливается, вот такая вот тоже крупная ягодка. Клубника иришка продолжает цвести. Такие вот ягодки. Такая есть ягодка. Сейчас дальше. Вот этот кустик. С такими прям крупнючими. Такие вот ягодки есть крупненькие. Здесь тоже вот такая вот крупная ягодка, вот она такая вот. И дальше такие тоже вот шикарные экземпляры. Именно вот эта клубника иришка. Вот такие вполне себе приличные экземпляры тоже попадаются. Ну, вот много зеленой, конечно, которая еще только набирает вот свою массу. Там тоже приличное количество. Вот здесь тоже вот все, в принципе, именно в зеленой ягодке. Здесь тоже много вот ягодок. И цветет она, опять же, вот только она заложила урожай. И опять пошла в цвет. Смотрите, сколько опять цветоносов. Вот один цветонос. Там еще один. И там еще третий. То есть вся практически там четвертый вот еще. Вся она цветет. И мелкоплодка вся в цвету. И иришка тоже цветет. И собрали землянику с этой вот грядочки. Продолжает она цвести. Ну, очень много ягодок еще будет завязываться в будущем. Ну, вот такая вот земляничка. Получается, Белоснежка, лесная сказка и барон Саленмахер. Такие вот ягодки. Ароматные, вкусные. Ну, просто замечательные. Сегодня 13 августа.
И вот мы собрали столько клубники. Очень много клубники у нас. Но вся она не вызреет, не успеет. Много цветоносов, цветет много. Замечательно ароматная такая ягодка. Прямо вообще хорошая. Замечательная. Вкусная, сладкая. Объедение. Собираем землянику. Наспело очень много ягоды. И беленькая вот эта поспела. Вот смотрите, сколько на ней ягодок. По некоторым пройдусь. Покажу. Здесь тоже беленькая какая-то. Здесь вот видно, что вот она красненькая. Поспевает. Здесь такая большая белая. Вот белая она очень урожайная. Вот смотрите. Все буквально такие вот в ягодках. Здесь вот такая прям крупнючая. Какая крупненькая. Ой, а здесь смотрите, какая. Это клубника. Такая крупная. И тоже вот все в белой. Очень много ее беленькой. Здесь тоже ягодки. Есть уже порчечные. Потому что у нас сыро очень стоит. Ну, в общем, соберется, будет очень даже хорошее такое количество ягодок. Продолжает она цвести. И вот такие вот ягодки. Вот такую вот чашку ягоды набрали. Вот получается Белоснежка, Лесная сказка и Барон Сленмахер. Ну, вот такая вот чашечка. Литра, наверное, 2. Скорее всего, будет. Ну, идет это как мелкоплодная земляника, но, в принципе, очень даже она крупная. Сегодня у нас 30 августа, и мы снова собирали землянику мелкоплодную. Спеет она где-то, наверное, через 5-6 дней. Можно собирать ягодки. Ну, вот такие вот. Такой вот урожай. Ну, тут один сбор. Наверное, литра полтора. Или литр. Не знаю точно. Ну, вот, в принципе, такой неплохой урожай. Когда дождливая была погода, земляники было больше. Сейчас сухая стала, и земляники как-то стало поменьше. Ну, так, в принципе, она еще и цветет. Кое-где еще закладываются новые цветоносы. И вот так вот в таком состоянии сейчас кустики. Ну, вот эта крупноплодка. Тоже она вся цветет. И такие ягодки крупноплодки. Довольно-таки хорошенькие. Пчелки отлетают. Опыляют. Пчелок прям очень много стало. Сейчас уже многие растения отцвели, поэтому они прилетают. Ну и здесь вот такая вот ситуация тоже на этой грядке. Завязываются и собираем. Тоже такой вот урожайный кустик есть. С такими вот ягодками. Если говорить о качестве именно мелкоплодной вот этой землянички, то белоплодная вот это очень хорошо. Как бы спеет и не портится. Вот эта красная, она похуже немножко. А так, в принципе, ну, и та, и другая заслуживают хорошей оценки. Сегодня у нас 7 сентября. Такая погода стоит у нас. Ботву картошки скосили. И каждый день 2 недели идет дождь.
землянику собирали, и клубнику. Вот сегодня землянику. Столько землянички набрали. Вообще казалось, что она испортится вся. Потому что очень сыро. Вообще два выходных не выйти в огород было. Дождь лил целыми днями. Но в целом вот такой вот очередной урожай. Ну, каждую неделю можно собирать по выходным ягоду. Когда-то больше, когда-то меньше. В общем, все зависит от погоды. Такая вот сейчас земляника. Еще будет, конечно, ягода. Скорее всего, один или два сбора. Ну, все будет зависеть, конечно, от погоды. Если будет вот так же сыро и холодно, то, наверное, уже она, во-первых, не такая крупная становится, уже помельче стала. Ну, в основном здесь вот лесная сказка и вот эта белоснежка. Белоснежка немножко лучше, она меньше порченой. То есть для сырых вот таких вот регионов, в общем, с сырым климатом подходит вот эта белоплодная, она очень хорошо. Ну и в целом вся вот клубника, крупноплодка продолжает цвести. Но погоды вот у нас совсем-совсем нету. Две недели сливает. Напрочь нас сливает. Все сыро, очень сыро. Ну вот скоро будем копать картошку, как только наступит теплая погода. Хоть маленько, пускай подсохнет, поддует. Вот так вот такая земляничка. Не все, конечно, ее любят. Считают, что она очень мелкая. Но в целом ягодка не такая уж прям, что она мелкая. Очень даже неплохого такого вот размерчика. Такая вот земляничка. Лесная сказка и белоснежка. И такие вот кустики. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.